реках Ульяновска поднялся уровень воды. Мониторинг паводковой обстановки в областном центре продолжается ежедневно. За минувшие сутки уровень воды в Волге вырос на 9 сантиметров и составляет уже почти 30 метров. До опасного явления еще 4 метра. В Сельде в районе Дачного вода поднялась на 32 сантиметра. Проведен также мониторинг оползневых зон и мест возможных подтоплений паводковыми и талыми водами. Роспотребнадзор сообщил о начале сезона активности клещей. В регионах, где уже установилась теплая погода, начали обработку специальными реагентами. Всего в этом году планируется охватить территорию более 350 тысяч гектаров. От клещевого энцефалита уже привито 800 тысяч человек. Всего, по сообщению пресс-службы Минздрава, планируется вакцинировать свыше 3 миллионов человек. С 8 апреля до новой жизни довезет автобус номер 20. Ранее до этого микрорайона следовала маршрутка номер 58, которая продолжит работать в прежнем режиме. А пробные обкатки рейсов маршрутов номер 25, 56, 59 прекращены. Новый автобус проследует по улицам Корунковой, Шолмова, Промышленная, Александра Невского, Стасова, Рябикова, Западный бульвар, Октябрьская, проспект 50-летия ВЛКСМ, Московское шоссе, Минаева, 12 сентября, Крымова, Карла Маркса, Гончарова. В Ульяновске приступили к покраске второго серийного Ил-76МД-90А для Министерства обороны. Сообщается, что покрытие будет иметь специальные защитные свойства, обладать высокой атмосферостойкостью, прочностью, эластичностью. Напомним, в этом году Ульяновский авиазавод планирует передать Министерству обороны 6 модернизированных Илов. Всего же, по оценкам военных, таких самолетов армии необходимо не менее 100 к 2030 году.